Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. Понг. Простое слово, простая идея. Это просто пинг-понг. Это одна из первых видеоаркад, вышедшая в 1972. Простой экран, закрытый защитным стеклом. Мы можем назвать это деревянным веком видеоигр. Все было заделано под дерево, а двое играли в теннис, гоняя досками квадратный мячик туда-сюда. Да, кругов тогда еще не было. Несмотря на всю свою простоту, эта игра забавна и занимательна, даже по сей день. Я думаю, это будет весело. И многие люди тоже так подумали. Поэтому позже они сделали домашнюю консоль. Так что можно играть дома. Затем сделали еще одну. И 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 еще одну. Понг-консолей, наверное, было 9 ебаных миллионов. Понг-консоли не похожи ни на одну, вышедшую в 70-х, потому что для них не нужны картриджи. Поэтому в них была забита всего лишь одна игра — пинг-понг. Иногда они делали дополнительные варианты, всякие улучшения. Но мне интересно, почему такая простая игра требует столько металлолома, чтобы поиграть? Так что для общего развития мы поиграем во все понг-консоли, которые мне довелось раздобыть. Это Tournament 1000 от Unisonic. Но, к сожалению, она не работает. Но у этой консоли есть многое, чего я не ожидал. Наверное, вот здесь мы можем выбрать один из четырех режимов пинг-понга. А вот здесь, походу, своеобразная система набора очков. Поэтому мне кажется, что подобного меню нет в игре. И это очень хреново, потому что в любой домашней консоли был подсчет очков. Контроллеры уезжают отсюда. Вот это мы называем стандартный контроллер. Следующее — это APF TV Fun. Клевое название, правда? Корпус отделан деревом и выполнен в духе космического корабля. Контроллеры напоминают цилиндры. Вы поворачиваете доску, крутя эту штучку. Эта игра и есть стандартный понг. Здесь есть переключатель, меняющий режимы понга. Общая особенность всех понг-консолей — это то, что звук никогда не идет из телевизора. Он идет из встроенного динамика на консоли. Мне кажется, вы скажете, что это похоже на Wiimote, из которого тоже исходит звук. Следующее — это Wonder Wizard. Похоже на деревянную доску для игры в кости. Чуть раньше Одиссей использовал абсолютно такой же пластмассовый корпус. К тому же, у них одинаковый видеокабель. Это самая задроченная штуковина из всех, что я видел. У Одиссея и Wonder Wizard они абсолютно идентичны. Хорошо, что большинство старых консолей использовали провода типа этого. Сначала вы втыкаете его в коробку, а потом прикручиваете коробку к телевизору. Но я скажу, купите специальный переходник, прикрутите его к телевизору, затем воткните в него штекер и скажите этой коробке «иди еби себя». Но в случае с Одиссеем и Wonder Wizard вместе с их удоблядством у вас не будет выбора, кроме как использовать коробку. А что еще хуже, у них особая коробка. И после всего этого дерьма вам повезет, если картинка будет чистой. Третий канал, четвертый канал, ну что за хуйня? Левая дощечка почему-то дергается, а правая вообще отсутствует. Где она? Где она? Теперь поговорим о странных. Самое худшее из всех — это RCA Studio 2. Технически это не понг-консоль, потому что она использует картриджи. Но черт побери, я хочу о ней поговорить. Обычно консоли используют два входа. Первый — это адаптер, а второй — это кабель подключения к телевизору. Но на говне типа этого делают подобные штуки, спаивая одно с другим. Другими словами, адаптер и видеокабель подключаются к этой коробке и только потом подключаются к телевизору. И опять же, как все использующее коробку, приходится прикручивать к телевизору каждый раз, когда захочется поиграть. Короче, технически говоря, видеосигнал идет по этому проводу в стену. Потом электричество сосется из нее и возвращается по этому же проводу обратно. Я не вдупляю, как это работает. Я знаю другую систему, работающую так же, это Atari 2600. Мы все знаем, как эта хрень отсасывает. И еще одно, что можно сказать о RCA Studio 2, это то, что у нее нет отдельных контроллеров. Оба игрока двигаются, нажимая на кнопки. Интересно, как выглядит RCA Studio 1? Очень бы хотел увидеть. Следующее, это RioShack TV Scoreboard. Больше смахивает на пульт от телевизора, причем сиамского близнеца.
Отсоединяйте это, даете второму игроку и говорите: пошел нахуй, это все, что у тебя будет. Посмотри на это дерьмо, я тут рулю, уебан. Блин, почему мячик пролетает сквозь доску? Служба, сброс, сброс, служба. Я играю в призрака Пон. О, появился цвет, тут даже цвет есть. Сэр, Супер Понг, телегейм. Достаточно проста, два съемных контроллера. Хорошо работает, стандартный пинг-понг, также есть четыре различных режима игры. Как, например, черт возьми, что это, уклонись, понг? Окей, а это что, муда-понг? Это нечестно. Color Sport 8. Кажись, у этой штуковины есть яйца. Контроллеры выезжают по сторонам вот так. Еще подключаются два, так что, наверное, можно играть вчетвером. Различные переключатели здесь, четыре режима игры. Хэндбол, хоккей, теннис, стрельба. Окей, почему все, что происходит, это смена цвета? Хоккей красный, теннис синий. И это все? Мне кажется, что эта штуковина работает не так, как надо. Рикошет. Это впечатляет, тут оба контроллера выглядят как консоли. За исключением броского дизайна, с игрой все в порядке. Только немножко правый контроллер подтупливает. Вот что получается, я поиграл во много консолей, и самые веселые из них — это те, в которых доски двигаются плавно. В играх нашего времени это, конечно, не используется, но здесь это помогает делать весьма некислые маневры. Вот этот ублюдок называется TV44 Way Video Game. Одна из самых крутых. Вы знаете, что я думаю о этих проклятых коробках. Как вы считаете, что я буду думать, когда эта херня припаяна к самой приставке? Эти штуки пришли из ада, у них даже штекеры на дьявольские рога похожи. Если один сломан, то подключить уже не получится. И чё теперь, я не могу подключить коробку? И думаете, мне от этого весело? Да нихера! Следующая, в которую я могу поиграть, это TV Game 6. Ее сделала Nintendo в 1977. Клевая штучка, но она вышла в Японии, и поэтому на моем американском телевизоре она не работает. Я слышал что-то про лазейку на 95-м канале, но ни одном из моих телевизоров это не прокатило. В общем, в ней есть 6 игр, и обоим игрокам придется держаться за контроллеры. Потом Nintendo выпустила прокачанную версию с 15 играми и съемными контроллерами. Это Вали 6, уже не первой свежести. О, грязно-белый, вместе с деревом, такое ощущение, как будто на ней вековая пыль лежала. Контроллер вытаскивается, и у вас появляется отличная подставка под пиво. Ну или почти появляется. Игра самая обычная, за исключением одного отличия. Тут есть игры с пушками. Я ни разу не видел для нее оружие, но как можно заметить на коробке, это реально крутое дерьмо. Кстати, это один из примеров Pong-консолей, работающих на батарейках. Это одна из вещей, которую я не понимаю. Зачем использовать батарейки, если есть обычный адаптер? А теперь скажите мне, что вы будете делать? Побежите в магазин за батареечками, чтобы поиграть в свой Вали 6? Или просто сунете в стену? Я не знаю почему, но для Pong-консолей осталось очень мало адаптеров. Люди, может, их теряют, ломают, понятия не имею. Но все равно, я лучше выберу из батареек и блока вот эту вот коробочку. И чего вы будете делать с батарейками? Играть, блядь, на пляже? Pong-консоли заключают контракты с производителями батареек, чтобы продать побольше этой хуйни? Это Odyssey Magnavox 4000. В отличие от Odyssey 1 и Odyssey 2, которые работали на картриджах, Pong-консоли измерялись тысячами. Главным новшеством здесь является возможность передвигаться в любом направлении. Fairchild Channel F. Тут другое новшество. Это консоль с картриджами, но в ней есть прекрасный понг. Контроллеры заряжены под завязку. Вы можете делать много чего, и все, что вы делаете, это классно. Движение стиком передвигает вашу дощечку в любом из четырех направлений. При его поворачивании будет меняться угол наклона доски. Нажатие и вытягивание двигает вашего вратаря. Если вы играете с другом, то это будет самая изнуряющая и долгая игра в Pong. Это Caligo Telestar. Опять же, контроллеры на самой консоли. Есть три режима — теннис, хоккей и хэндбол. Это очередная стандартная консоль. И последнее, что мы имеем, это Caligo Telestar Arcade. Гляньте на это месиво, руль, пушка. Какой безумец это создал? Верите или нет, но эта штука еще использует и картриджи. Когда-нибудь видели такие картриджи? Серебряный треугольник, который крепится на крышку консоли. С одной стороны есть стандартная игра Pong.
На другой есть гонки. Тут вы можете переключать скорости, а рулем управлять тачкой на дороге. В принципе, клево. В стрельбе вы должны попасть по падающим звездам. Это невозможно. Хотя, может, ствол сломался, кто знает. Что ж, вот для вас Pong. Все эти консоли показали вам, как обычная игра может стать горяченькой франшизой. Я вижу, как 30 лет назад люди думали: «Вау, Pong!» А так и было, и круче для них не существовало ничего. Давайте вот посмотрим еще на это. Xbox 360. Какая-то новая игровая система, я не знаю. Может, на ней графика лучше, а может, даже цветная. Давайте посмотрим.